Наташа Королева, которой в этом году исполнилось 50 лет, старается поддерживать образ озорной хохотушки. Певица не стесняется выкладывать свои фотографии без макияжа и показывать себя такой, какая она есть. В этот раз репортаж с посиделок у Королевой и Тарзана опубликовала Юлия Ридлер. На нем певица предстала в полностью натуральном виде. Исполнительница попала в кадр в красной пижаме в горошек, небрежно собранными волосами и практически без макияжа. Сложно поверить в то, что это та самая Наташа Королева, которая обожает яркие и запоминающиеся образы. «Подмосковные вечера. Домашний ужин в Крёкшино», — лаконично подписала публикацию Ридлер. Поклонникам Королевой наверняка непривычно видеть любимую исполнительницу в таком виде. Особенно своеобразно это выглядит на фоне того, что артистка добавляет на свою страницу. Совсем недавно Наташа выложила ролик, на котором собирается на какое-то мероприятие. Примечательно, что на том виде она предстала перед подписчиками в черном полупрозрачном пеньюаре с ярко-красными губами, поэтому контраст с уютной пижамкой в горошек особенно заметен. Наташа уверяет, что никогда не пользовалась услугами пластических хирургов. Королева уверена, что поддерживать молодость и здоровье кожи можно с помощью качественного сна, диеты и физической активности. При этом она не скрывает, что является частым гостем в кабинете косметолога.